В этом году особое внимание городских властей будет обращено на ремонт дорог и обустройство дворов. Работа будет вестись как за счет местного, так и республиканского бюджета. Кроме этого, на сумму в 3,3 миллиарда тенге произведут строительство и реконструкцию инженерных сетей. В 2014 году выделено средства на корректировку проектно-сметной документации по благоустройству скверов. После определения источника финансирования намечено благоустроить сквер «Лепесток» по улице Тайманова, сквер по улице Сейфуллина и сквер, находящийся за городским плавательным бассейном в микрорайоне Женис. Также выделены деньги на асфальтирование, освещение и установку детских площадок дворовых территорий. У нас, во-первых, загаженные мусорками. Мусор убирается очень плохо. И площадок детям практически гулять негде. Вот в нашем дворе, Манжолова, 123/5. Надеетесь, что в этом году что-то сделают? Очень хотелось бы, конечно, на это надеяться, потому что дети растут, а играть им действительно негде. В текущем году на городской сессии Маслихатова выделено 230 миллионов тенге на дворы. Проект медленно процесса готовы сейчас. Из них выбраны самые плохие дворы. В текущем и после проведения тендерных процедур работа начнется при благоприятных погодных условиях. В прошлом году были отремонтированы дороги на сумму в 2,2 миллиарда тенге. Но в городе до сих пор немало трасс, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Улица Алматинская там вообще, вот ее в том году закрывали, поллета там не было же дороги, сами видели. Мы радовались, думали, надеялись, что нормальная дорога будет. Даже вот клиентов я вожу, работаю в такси. Там вот клиенты после операции едут, они аж стонают, можно так сказать, едут. Невозможно вообще там ездить. Вот тут самое главное, Алматинскую вот эту улицу сделать, потому что там роддом. Градоначальник Алтай Кульгинов заявил, что в этом году улица Алматинская наконец-то будет отремонтирована. Также новый асфальт появится на улицах Ескалиева и Чкалова. Будет проведена реконструкция перекресток улиц Сырымдатова, Шолохова, Московской с устройством правых поворотов. То есть это значительно облегчит и разгрузит перекрестки. Начнем с этого перекрестка. За счет инвесторов будет проведена реконструкция 8 километров дороги в сторону аэропорта от пересечения улиц Сырымдатова и Гагарина до границы города. Также 5,1 километра автомобильной дороги на Деркул от улицы Есенжанова до путепровода в поселке Деркул, это улица Конкина. Продолжится ремонт объездной дороги от поселка Деркул до Саратовской трассы протяженностью 7,8 километра. Также будет проведена реконструкция 2,5 километра улицы Сарайшах от улицы Даумова до улицы Петровского. Здесь мы будем расширять эту улицу. Бордюры, лотки, а также будут установлены тротуары. В текущем году будут отремонтированы проспект Евразия от улицы Мухита до улицы Чаган-Набережная, улица Алмазова от улицы Миндалиев до улицы Хурмангазы за счет республиканского бюджета. В прошлом году на городских трассах произошло 367 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 34 человека. Поэтому на перекрестках продолжится установка видеокамер, следящих за соблюдением правил дорожного движения в режиме онлайн. В 2013 году власти города отремонтировали 31 километр уральских трасс. В этом, в 2014-м, намечено отремонтировать уже 36 километров. Это значительно уменьшит количество дорог, нуждающихся в ремонте. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.